Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз, и по надписи, которая только что была на ваших экранах, там Call it 8 Pages, ну вы поняли. Я думаю, что все догадались, что мы сейчас играем в Slender. К сожалению, в Slender опять будут крики истошные, визги. Но мы начинаем наше путешествие. Так, есть фонарь. Фонарь довольно-таки яркий. Это не может не радовать. Так, это комната с какими-то сейфами и плоскими нарисованными замками. Интересно, от кого может спасти нарисованный замок? Интересная идея. Пойду-ка я себе на дверь тоже нарисую замок, ибо дверь в моей новой съемной квартире очень уж хлюпкая. Там я даже не знаю, самый дохлый дохляк с двух ударов вынесет. Так, ладно, продолжаем. Так, лампочка тоже неплохая. Лампочка тоже себе, наверное, заберу, потому что в моей новой съемной квартире, как вы уже поняли, только что перегорели две лампочки. Я сейчас в темноте записываю этот летсплей. Не очень приятная атмосферка, за окном дождик льет. Короче говоря, довольно-таки страхово мне сейчас все это делать. Боже мой, боже. Так, мы продолжаем идти вперед. Так, прям так вдоль стеночки крадемся к настоящим мастера этой игры. Как-то камера так странно трясется, как будто мы обладаем очень толстой жопой и постоянно бьемся об край стены этот самый. Так, бежим вперед, видимо, стол, стул. Некое творение трудовика после бутылки алкоголя. Так, вот тут должна быть первая записка. Но я помню, что, блядь, этот Слендер в прошлый раз меня тут прищучил. Меня вот тут он был, сучка. Надеюсь, в этот раз этого не повторится. Так, а out of sight, но... Ладно. И вот она. Началась музычка. Так, ты здесь? Нет, его здесь нет. Мы тут были, нет? Да, мы сюда и пришли, в принципе, так. Что ж, в этот раз я постараюсь себя... Или я отсюда пришел. Я потерялся. Где GPRS? Так вот, я постараюсь себя убедить в том, что это всего лишь игра. Чего мне бояться? Всего лишь пиксельный какой-то обмудок высотой 3 метра. Что он мне может сделать? Ничего. Но, блядь, страшно. А все почему? Потому что эффект резко... Ну, кстати, резко он выпрыгивает, резкая музыка. Это бьет по моим нервам, сучка. Вообще не завидую тем обзорщикам, которые... которые снимают одни обзоры на хорроры. Это же, наверное, вообще пиздец. Это, наверное, седые люди бедные, у которых нет ни детей, ничего. Потому что, ну, попробуйте поиграть в Слендер каждый день. Или есть же игры пострашнее Слендера. То есть, ну, говорят, там, типа, Outlast. Вот я играл с двух хорроров, из всех хорроров я играл только, господи, Слендер и Амнезию. Еще играл в SCP-87, это лестница, то есть там идешь по лестнице. И в Inside, тоже игры довольно-таки страшные. Левушка, апорт к ноге. Так, пока Слендером и не пахнет. Пока его тут нет. Ну давай, братишка, покажись. Пока все ровно. Так, блядь, тут эти все эти углы, коридоры. Боже мой. Начинаю, значит, паниковать. Ох, слава богу. Мне кажется, я начинаю плутать вообще по кругу. То есть я тут уже был. Пойду в ту сторону, короче, попрем потихонечку. Музыка просто жесть, просто жопа полная. Неужели я все это заслужил? Так, тут я вроде не был, то есть я не помню этого вот, воздуховода обвалившегося. Что-то очень неприятно, прям вообще. Прям даже какая-то жопа, если честно. Так, может быть, этой бубы выпить? Кока-кола Буба. Буба-кола или как-то. Ну давай, Слендер, покажись. Дерись как мужчина на кулаках, блядь. Ты здесь, петух? И тут его нет. Не знаю, куда он пропал, где он запропастился, видимо. Ага, братишка. Так, ты все ближе и ближе подходишь? Ну как ты вообще, как ты живешь, интересно? Так, блядь, нет. Начал экран немного это самое, ну... Начались помехи, то есть наш герой стал ходить с ума. Так, он наверное, тут, то есть мы сможем зайти во фланг, да, вот он, сучка, hello, блять, он все рядом, сучка, сучка. Убегаем, пацаны, убегаем. Так, он сзади? Так, его нет. О, вот эта встречка. Вот эта встречечка такая. Не самая, знаете ли, добрая. Ох, что это санаториум. Попьет он мне. Так, я считаю, что такое? Опять лифт? Я же тут начал, да вроде нет. Ладно. С
Лэнди, where are you, bitch? Да, все-таки мне кажется, что я плутаю. То есть тут я явно был. Ну ладно, попытаемся все-таки найти еще одну запиписку. Блять, это очень страшно, сука. То есть кто-то говорит, пантан, да это вообще не страшная игра. Ну, ребят, ну у каждого свои. Это не, нервы. У меня они слабоваты, к сожалению. Да, блядь. Что ж тут происходит-то в этом ебаном санатории? Сколько людей посидело, проходя эту игру. Даже страшно подумать. Черные коридоры. Этот ужас ночи, который идет за нами, этот парень, который, не знаю, видимо, работает манекеном, подрабатывает, чтобы прокормить свою тощую, такую же плоскую, как он, жену. Видимо, тоже у него жизнь не сахар. Мы тут были, сука. Ой, ну где же ты есть, гандоний глаз? Покажись. Я... Только покажись мне резко, плиз. То, блин, я реально заплутал, ребят. По-моему, я хожу по кругу или типа того. Плиз, где тут карта продается, интересно, местности или типа того? Мне уже заебла эта музыка. Тут, тут этот какой-то Daft Punk. И рядом не стоял. Сучий ты, пиздюк. Ты, кто ты есть вообще по жизни? Пошел вон. Мы с тобой не друзья. Так, тут у нас... Да, есть, слава богу, выход. Или нет? Да, есть. Что ж тебе, сука, от меня надо? Тебе нужны эти записки, что ли, не пойму? Да подавись ты ими, подавись. Мне-то... Мне они вообще не уперлись никуда. Что ты пристал-то ко мне в конце концов? Сколько можно нервов на тебя тратить-то? Смотрите, наш герой почти под потолок ростом. То есть мы играем явно за серьезного дылду. Да подойди ты к этому Слендеру, сломай ему хребет в конце концов. Пидармот, отвали от меня. Добавим страху. Пошел прочь, ублюдок. Таких как ты я во Вьетнаме гасил на раз. Так, ладно, мы продолжаем шевелиться. Шевелить своими булочками. Интересно, за кого мы играем? За призрака, видимо, потому что ног нет ни одной ноги. Так что это и не призрак, и не пират явно. Опять, блядь. Так, может быть, лифт работает, я не знаю. Ну-ка. Нет, ничего не работает. Так, Слендер не появился, Слендер. Блин, я вспоминаю, как я играл в Амнезии. Это что же, просто такая жопа, там такие миссии есть. Я больше 20 минут я не мог проходить Амнезию. То есть Амнезия вообще игра по сюжету, то есть... Ай, гандон, гандон. Ты что ли, сука, на лифте приехал? Да отвали от меня, отвали, что ты меня преследуешь, что? Ну-ка, лев, съешь его. Съешь мой тузик. Блин, я уже не могу, у меня эти слезы на глаза сейчас навернутся, мне кажется, от такого. Ой, бля. Ну сколько можно? Так, тут я был, не был. Был, не был, блядь. Да, тут была записка. Да, сука, ну когда же я выйду в более новое место? Сука, я хожу просто рандомно. Просто случайно пытаюсь найти выход из этого. Так, тут. Был ли я в отделе стирок? Мне давно пора штанишки постирать, потому что я их нихерово так обгадил, мне кажется. Блять, где ж ты, Слэнди, где же ты есть-то? Точнее, где твои записки? Не знаю, вообще, может быть, это даже не его записки, может быть, это его домашнее задание, может быть, он ёбный двоечник, и его отчисляют из университета Слендеров или того. Не знаю, в чем его трабл. Да давай, Слэнди, уже, ну кончай ты меня уже, я уже заебался тут ходить, кошмар. Слэнди, кончай мне, я уже не могу это терпеть реально, то есть этот музон, это все, это... Мы уже, наверное, минут 10 минут блуждаем, блядь, по одним и тем же ебаным коридорам, сука! Где-то ты тут? Тут тебя нет, Слэнди.
Так, тут я помню, тут я был, я пошел вот так вот, да. Чмо! Ты чмо, ты понял, ты урюк! Дерись на раз, пошел нахуй. Смотрите-ка, некоторые очертания грязи. Пидор. Слендер, лох. Мамку ебал. Ну, покажись, покажись, что ты? Что ты не идешь-то? Так, он все ближе, блядь. Дайте-ка, что-то надоело мне блуждать по этим лабиринтам однообразным. Пропал. Сыкло! Ты... Так, шуршание только что было, значит, он, сука, рядом. Он сзади, блядь, он сзади. Бежим, сука, бежим, блядь, только ли... Чтобы нас не съел, не изнасиловал, не покусал, не... Что? Так, ну-ка, как будто кончил. Слендер, ты лох. Продолжаем троллить Слендера. Ну-ка, братишка, покажись. Ну ты же не сможешь. Ты же в глаза ничего не можешь сделать. Ты трус. Слендер, ты лох. Только со спины можешь атаковать. Трусливый мудак. Господи. Отъебись, Слендер, хватит тебе помехи наводить у меня. Ай! Ой, ох же там музыка, как же я, сука, не люблю. На, сука, с ноги тебя, пидорас, с ноги. Ты что меня посадил на пол? Ты что меня к минету принуждаешь, ублюдок? Так, тут можно продолжить, это интересная идея. Нажму-ка я yes и посмотрим, что будет дальше. То есть все записки на месте ли будут, или что? Так, началась загрузка и... И загрузка. Это весело. Это позитивная загрузка. И что же мы видим? Пока что загрузка. Это очень здорово. А опять? Да ладно, слава богу. Так, басит он Слендер. То есть основано на Слендере. Ой, здорово-то как. Короче говоря, игра начнется просто заново. То есть, видимо, записок нам не сохранили. Вот эти вот люди, Марк Штины, в Рейбургес, вы просто сумасшедшие товарищи. Что вы натворили? Санаториум, блять, это... Божечки мои, боже. Думаю, что второго захода я сегодня не переживу. Да, 8 записок, так что хватит. Все, ребят, вот на этом перекрестке мы сегодня заканчиваем. Может быть, есть карта санаториума, может быть, тогда мы просто сегодня мы блуждали. Что ж, всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон Чейз. Ставьте лайки под видео, вступайте в группу в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе выхода всех новых видео. Пока. Слендер тоже с вами прощается.